Вернемся к главной теме этого дня, 7-му съезду. На полях съезда в составе пула журналистов Святого Престола работает наш европейский СОБКОР Жанат Эрнст. Второго. Она расскажет после сейчас второго в прямом эфире. Жанат, здравствуйте, вы уже в эфире. Она расскажет о своих впечатлениях первого дня съезда. Жанат. Угу. Жанат, слышите меня? Да, Вера, добрый вечер. Здравствуйте. Повестка первого дня 7-го съезда лидеров. Что-то со связью. Вы меня слышите, Вера? Уже все хорошо, говорите. Ждем подробностей первого дня съезда. Да, действительно, повестка первого дня работы 7-го съезда лидеров мировых и традиционных религий была очень насыщенной. Открывая работу представителя международного форума, президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что для Казахстана, я цитирую, большая честь собрать сегодня вместе самых уважаемых духовных лидеров духовных лидеров мира для налаживания межрелигиозного диалога. Папа Римский Франциск отметил в своем выступлении, в свою очередь, что у Казахстана особая роль как раз-таки именно в этом для налаживания межцивилизационного и межрелигиозного диалога. Интересно было, что сегодня понтифик цитировал несколько раз слова нашего великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунамбаева. Эксперты и журналисты, работающие на съезде, отметили, что выступление Касым-Жомарта Токаева и папы Римского Франциска было сегодня очень созвучно. Я предлагаю послушать одного из экспертов. Иногда решения принимаются не политическими лидерами. И сегодня тот случай, когда религиозные лидеры, основываясь на гуманистических ценностях, о которых сейчас немного забывают и в Европе, и в других частях света, придут к диалогу, обменяются мнениями, будут открытыми друг к другу. И один из основных месседжей – это равноценное отношение и внимание. Множество людей в мире страдают, и важно сострадать и понимать, что сегодня это они, а завтра это можем быть мы. Столица Казахстана давно зарекомендовала себя мирной площадкой, объединяющей людей. Вспомним и сирийские переговоры. Казахстан славится своей мультивекторной политикой и считается одной из редких стран, которая имеет стабильные, взаимовыгодные отношения сразу со всеми мировыми державами. И это именно та страна, где такого рода съезды могут иметь место. Вера, слушаю вас. Жанат, сегодня вот на полях съезда прошли еще и двусторонние встречи Папы Франциска с некоторыми из лидеров мировых и традиционных религий. Хочется расскажите, о чем они были. Да, действительно, Вера, сегодня сразу же после первой приветственной части пленарного заседания Папа Франциск имел возможность, и он ее использовал в полной мере, встретиться с несколькими религиозными лидерами. На эти встречи был допущен только оператор нашей съемочной группы, как представитель папского пула. И я хочу сказать, что на встрече понтифика с главой Сената парламента Казахстана, постоянным секретарем секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий Мауленом Ашимбаевым, стороны обсудили то, как проходит съезд и дальнейшее сотрудничество между секретариатом и Римско-католической церковью. Во время переговоров с Верховным муфтием Казахстана, главой Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай Кажы Таганулла и понтифика обсуждались вопросы взаимного доверия и уважения, укрепления межконфессионального и межрелигиозного диалога, особая роль съезда в укреплении межрелигиозной дружбы. Папа Франциск отметил, что все мирные инициативы, в число которых входит и создание, и проведение съезда лидеров мировых и традиционных религий, занимают сегодня очень важное место в призыве к мировому единству. Он так и сказал, что у него особая роль в этом по созданию и поддержанию мира, и как раз наш съезд в этом помогает.
На встрече с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Антонием были обсуждены перспективы и необходимость возможной встречи главы Римско-католической церкви с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Но детали, где и когда и в каком виде будет происходить такая встреча, пока не обсуждались, они это особо подчеркивали, обсуждалась лишь возможность продолжения диалога между двумя лидерами этих основных религиозных конфессий. Папа Франциск встретился также с великим имамом Аль-Асхара Ахмад Аль-Таибом и с другими религиозными лидерами. У вас еще есть вопросы ко мне, Вера? Нет, спасибо пока за Жанет Эрнст, за впечатление о первом дне 7-го съезда лидеров мировых и традиционных религий. Благодарю.